Как я уже говорил, мышление есть комбинирование слов. А что нам говорит о комбинировании такая наука, как комбинаторика? Она говорит следующее, что чем больше элементов комбинации, тем больше возможно скомбинировать. То есть в приложении к мышлению, чем больше слов в предложении или в мысли, тем больше, возможно, вариантов в предложении или мысли. То есть, чем больше слов, тем больше комбинаций слов можно сделать. Можно использовать разные слова в разном порядке. То есть, условно, если у нас словарный запас в 10 слов, то предложение из одного слова может быть, соответственно, 10, из двух слов 100, из трех слов тысячи и так далее. То есть возрастает в степенном виде количество возможностей с увеличением количества слов в предложении. Поэтому чем более длинными предложениями вы думаете, тем большее количество разнообразных мыслей вы можете подумать. Поэтому думайте сложными предложениями, и чем более сложными предложениями вы думаете, чем более разнообразно будет ваше мышление, а это значит, что ваше поведение тоже будет более разнообразно, а значит, вам легче будет придумать нечто такое, что приведет к действиям, которые улучшат вашу жизнь.